теперь я модный парень, теперь я сортый, да. Ох ты. Так, рендер TX. Ой, как все непривычно, а? Вертикал, так, без. Так. Так, да, очень непривычно. Что-то крутить даже не пойму. Давай хач. Yes. Вот у меня. Так, фото. Что такое новое фотомода? Что за фотомода? Где это такая хрень? Так, сон плеер, что-то короче. Эффект с этим. Короче, что-то я не пойму, как тут что включать, банально даже. Что-то какой-то SkyType. Рендер, ну, RTX. Хер поймешь, честно говоря. Мультиплеер, демо. Резивы. Опа. Ну и чё, и работает, не работает RTX, как понять-то? Inversion mouse, yes. Ну, судя по FPS загрузке видюхи, я думаю, он работает, RTX. Потому что... А чё такие стволы убогие? Чё-нибудь есть поинтереснее? Я не пойму, работает он, не работает, RTX. Я, честно, не очень как-то понимаю. Скачал что-то вот. Я вот банально бегаю, я даже не знаю. Вода, конечно, интересная. Ух ты. Не знаю, работает RTX, не работает. Я он, господи, никогда не играл, и как-то мне, честно говоря, все равно. Не пойму, работает, не работает. Честно говоря, хер поймем. Что-то, честно говоря, не знаю, ничего не пойму. Блядь, что такой жирный нахуй? Додик, блядь, исчезли. Не знаю, а че? Графика допотопная, а что-то грузить там может, непонятно. Ну-ка. А что видео, какое видео? А, RTX. А, Open. А, OpenGL. Ну стоит RTX, да. Full HD, да. Какой-то FPS. FPS. 5. Может побольше сделать, 20 сделаем. А, это я понял. Походу, да. Так. Ух ты. Сурово. Моща, да. Дура, ебать. О, да, нормально. Шубатуха. Чё? Понял. Вообще жесть. Непривычно. Сдохнет, нет? Сдох. Короче, не пойму, что это хрень какая-то. Не знаю, работает. RTX не работает, как он там должен выглядеть. Ну, то есть, как хотя бы настройки должны выглядеть. Но вода есть прямо, я бы сказал, прям, ну, такая прям...
такие интересные ощущения, скажем так. На поверхности, как я так понимаю, имеет какие-то такие вот какие-то вот, вот оно, затемнение, осветление. Не знаю. Работает, не работает. Вау. О, прыгает, да, у нас? А этот сервер не надо ломать, интересно. Походу нет. О, присаживается. Да. Ну, как бы я сказал, ничего интересного совершенно. Туфта какая-то. Стой кадров, жестко. Да. Жестковато. Причем видюха жрет 335 ватт. Че это за хрень? Че так много-то? Сурово. Суровенько. Почти свои 340 она съедает, короче. Если бы ее разбустить еще, если бы это было возможно, она бы больше кушала. Патрончики. А че, ау, подожди, а что такое? И? Не понял. А что такое? Вау. Типа бомбочка что-то какая-то. Вау, нормально. Да, короче, что-то вот я бегаю, и, честно сказать, я не пойму, RTX какой-то там, не RTX, что-то, честно говоря, такое себе. 100 кадров, в принципе. Уж не знаю. Ну, давай посмотрим, что будет без... ням-ням-ням, так, без вот этой вот херни. Дрёна-мадрёна. Я понял. 900 кадров у меня. Причем это в упор в какой-то. А, ну да, ну смотри. Не, ну с RTX красиво было. Да, с RTX было красиво. Даже вон, частота видюхи как упала сильно. Даже не может никак нагрузиться. 1000 кадров. Ага, значит RTX походу работает. Тихо, это не то. Не, ну с RTX, конечно, красиво. Игрушка-то выглядит. О, не, ну. Так-то, конечно, если уж вот так сравнивать, вот так вот, то, конечно, разница есть, да. Я бы сказал, прямо такая, ну, такая легкая головокружительная разница. Ну, крайне красиво, да, реально. Ну, подожди, давай здесь отключим, посмотрим, как будет без. Такая дрянь вообще, я в шоке после. Чую. Воды вообще. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то надрочил. Ой-ой-ой. 1000 FPS походу там. Так, ясно. Ой, не, без RTX такая дрянь. Вообще жесть. С RTX-ком прям вообще, то есть... Ну, чисто играть, конечно, вряд ли бы я его включал, но с ним тут прям вообще кайф. Прям вах. Супер-супер чисто. Вот, а да-да, тогда это, видимо, с RTX. Ну, 110 там где-то вот так вот. О, подожди, смотри, а здесь, типа, можно куда-то это, типа, пройти. Ух ты. Ух ты, братан. О, ма. Тум-тум-тум-тум-тум. И фов, причем здесь 110 или 120, сколько там максимальный. Это водичка, да, вроде какая-то. Ля-ля-ля-ля, плавает, смотри. Ну, какая даже вода здесь, ну, я бы сказал, да. Ух ты. Не, ну. О, подожди, а тут что, проход себе был? Лол. Подожди, как я туда вообще попал? Ну-ка, мне даже интересно стало. Ты куда-то сюда, что ли?
А, так я отсюда начался, правильно. Пещерка. Какая-то. Уф. А! Бам. Долик, бля. Чумбурумбу. Не, ну с RTX, конечно, игрушка, конечно, по-другому выглядит. Но я им сказал, что эта технология стоит таких затрат, то есть как видюха бедная грузится. Да, она красива, но как-то слишком жирно жрется. Ух ты, ну, что-то дали новенькое. Там пойти нельзя, походу. Не, я вообще никогда с RTX не играл, и, честно говоря, не планирую мне как-то на это все дело насрать. Но, не, ну, конечно, вот и на примере Quake, конечно, конечно, очень интересно, реально, без шуток и приколов, ну, крайне красиво выглядит, реально. Сурово, сурово. Да, прикольно, ладно.